Я уставшая и хочу так ходить по магазинам. Марко Поло, Армани, Интертоп. Вот. Себе я только единственное, что купила, это носки и колготки в Фальцедоне. Вот. Там сейчас, кстати, скидки, девчонки, если хотите носочки ажурненькие, то там скидки по 50%. Вот. А все это завтра на съемку. Мой видеоблог. О, привет! Мы в твоем видеоблоге. Оу, ши. Девочки, записала малого к врачу, к педиатру. Посмотрите, что происходит. Никогда такого не было. Я позвонила бывшему мужу, говорю, что вы ели? Он говорит, ничего такого, как все как обычно. У Ники спросила, она тоже подтвердила. Я не могу понять, от чего это вообще. Это или аллергическая реакция, или это атопический дерматит, или ну, потому что на ручках вот у него то же самое. Я не знаю, что это. В общем, сегодня пойдем к врачу, потом, наверное, будем сдавать анализы. И у кого уж это похоже, напишите мне в комментариях, потому что я безумно переживаю. Очень сильно. Что ты мне показываешь? Показывает мне. И он, кстати, капризный такой. Такой вообще, ну, то есть приболевший. Ой, деточка ты моя. Девочки, вернулись мы после врача. Что сказали? Сказали, что это аллергическая реакция, как вы и писали, в принципе, все. Также у нас еще, ну, я спросила по поводу запоров, у малого запора, и все это связалось в одну кучу. Вот, и прописали нам дофалак. Ну, я до этого ему его давала, то есть он запоры недавно начались. Вот, и вот, вот эти вот лекарства прописали. Прописали лактофильтрум, вот что еще, также антигистаминное, аллерзин, он очень мягкий, вот этот вот зодан, он более так по печени бьет, она сказала, а вот этот вот, он полегче, его можно давать, ну, как бы длительное время. Вот, сейчас я малому дам лекарство через полчаса, тут написано до еды за час или после еды за час, вот он поел полчаса назад. Также я купила Адаксил гель, сейчас буду тоже ему давать. И была в магазине, она тут полностью прописала, кстати, очень хороший педиатр попалась, Kinderlab. До этого мы были у мужчины, мне не очень понравилось. А сейчас она прям так все рассказала. Она много чего рассказала, но мне сейчас нет настроения, на самом деле, рассказывать, делиться. Я попозже просто расскажу. У него диета. То есть у него аллергическая реакция идет на ну, пищевая. Но оно там связано еще с кое-чем. И я попросила, чтобы она прописала нам анализы и попросила, чтобы в анализах было на глисты. И на глисты не на лямбли, а на что-то, ну, на вот эти, которые, ну, фу-фу-фу, которые длинные. Я хочу проверить.
мне кто-то из девчонок в Инстаграме написал, что у них было, и все прошло после того, как обнаружили и вылечили. Надо все время проверять ацетон в моче. А еще она сказала о том, что у детей, то есть он начал разговаривать, он говорит, он очень смышленый для своего возраста, поэтому у детей, ну я на самом деле не поняла, как это связано. Как-то она сказала про какую-то мочевину. Ну, в общем, ладно, не буду сейчас об этом ничего говорить, потому что я толком не поняла, я проверю. И плюс я хочу позвонить, узнать, с чем связана его, как бы, грамотность, да, с какой-то там кислотой. Я не понимаю. Может быть, вы знаете, напишите, что я не разобралась. Это то, что она написала, но у нас диета, и теперь я понимаю, что вот такие вот продукты, как апельсины, ничего такого теперь нельзя, категорически причем. И даже морковку нельзя в супы. И супы должны быть исключительно на воде. В общем, очень-очень жесткая диета. Каши только гречневая и только овсяная, больше никакая. Вот. Масло только рафинированное. Что еще? По мясу. Индюшатина, свинина нежирная, нутрия, конина, и исключить курицу полностью. Давай только 70-80, максимум 100 грамм, как бы он ни просил, то есть чуть-чуть только мяса. Хлеб только, сейчас я вам, я уже забрала его, ладно. Это исключительно тоже без... Дрожжей. Мне мама помогает, потому что, если честно, мне аж даже разговаривать сложно. Печенье готовить только самостоятельно, ничего покупного, вообще ничего. Вот, и на растительном только масле. Рыба, только хек и минтай, больше ничего. Я купила сегодня ему хек. Овощные супы, там должна быть картошка, можно лук, кабачок, брокколи, но это все должно быть посезонное. Все у меня есть, это замороженное, я выдохнула. Из фруктов сейчас только то, что, ну, яблоки, да, то есть больше ничего такого нельзя. Если есть замороженное, то это слива, абрикосы, льва и шелковица очень хорошо. Смородина, говорит, любая тоже можно, но если она замороженная и купленная именно в сезон. То есть, по сути, малому ничего нельзя, и вот я ему купила... Вивсяна, крупа, клетковидная рослина, вивса, овес. Правильно же, овес. Можно добавлять. А еще ему вместо печенья можно вот такие вот хлебцы. Они гречаные. Я думала, что они невкусные. Сейчас попробовала, прежде чем дать малому. А они реально очень вкусные. Поэтому буду теперь покупать, и реально можно есть всем вместе. Теперь понимаю, что... Мы все на диете, потому что очень тяжело, когда одни что-то едят, вторые не едят. Поэтому сейчас доедаем то, что есть, и все. Вся семья на диете вместе с Демой. Ну, Нике понятно, что буду там что-то менять, но в любом случае, как бы, теперь мы вообще все на ПП. Я взяла вас с собой на фотосет. Я у Насти в студии, счастье. Вот Настюша, и она обучает девочек. И мальчиков. У нас сейчас перерыв, все разбежались. Фотографии. Вот. И такие классные фотки получаются. Я прям вообще кайф. Она взяла меня моделью. Вы знаете, это тот случай, когда случайная встреча, как мы с Настей познакомились, через Форсквер, через ее мужа. Я узнала, что есть недалеко от моего дома студия счастья. Тогда еще находилась недалеко от моего дома. Сейчас находится на Петровке. И я беременная пришла, думаю, мне нужна фотосессия. И вот так вот познакомилась с Настей, и она осталась со мной на года. Кто меня смотрит, тот знает, что это, что это любовь, что это та девочка, которую я очень люблю. Вот, она профессионал своего дела и лучший фотограф, особенно семейного, я не знаю. Я тут на качеле цветочной. Весна же все-таки. Вот, и... Что хотела сказать? Хотела сказать для тех девчонок, которые хотят научиться фотографироваться, вот Настя проводит курсы. Так что я вам покажу результат ее учеников в Инстаграме.
однозначно будет. И тут повставляю, если, конечно, успеет она мне отдать фотографию, потому что я хочу быстрее выложить этот влог. Если нет, то следующий влог точно будет с фотографиями. У меня уже все фотографируют, как я снимаю. Звезда, она звезда. Сейчас меня будут раздевать. Меня фоткали в джинсах и в бодике, а сейчас вообще в бодике, вот там вот на кровати. Там на кровати меня сверху фоткали. Вот, и смотрите, какая тут красивая локация. Качеля, цветы, так красиво все. Вот, и есть детская такая зона, это для деток, вот там вот. Вот, так что если вдруг вы хотите весеннюю фотографию бабушкам, дедушкам, например, сделать подарок на 8 марта, то к Насте я ее прям очень-очень рекомендую и очень-очень люблю. Все, я отъезжаю от фотостудии, еду навстречу. Так, а что у меня открыто? Багажник? По-моему, багажник. А что он у меня открыт? Странно. Секунду. Я рюкзак с вещами туда положила и не закрыла. Молодец. Я просто спешу, у меня сейчас еще одна встреча. Потом я мчу домой, вот, а вечером я иду с Дашей на предпоказ фильма. Даша Вязовых, она тоже снимает видео, она сейчас уже почти не снимает, но зато она делает тату. Вот. Я настолько довольна фотосетом. Понятно, что это я была моделью у ребят, которые только учатся. Их обучает Настя. Но такие прикольные фотки, ну, я посмотрела на фотиках у ребят, вообще круто. Вот. Настя рассказывала определенный секрет, и для меня это тоже было очень полезно, потому что она объясняла, где, как надо встать. Она говорила это для ребят, но я, как можно сказать, человек, который обожает фотографироваться, тоже для себя кое-что поняла. И не кое-что, а много чего. Где, как надо делать, чтобы не быть одноногой, однорукой, чтобы быть... Давайте, давайте, пропустите меня, пожалуйста. Я же спешу. Ну, в общем, очень много секретов. Поэтому я так задумалась, думаю, надо будет с Настей поговорить, сколько будет. Я не знаю даже, сколько стоит обучение в школе. Может быть, Доминичку, потому что у меня фотоаппарат есть, у меня Canon. Вот, но когда-то он был куплен давно очень. Ага, мне надо развернуться, куда мне ехать? Я заболталась с вами, вообще еду домой, а мне на Оболонь. Вот, и, ну, малая у меня очень любит фоткать. Я так подумала, что, ну, было бы неплохо просто иметь это для хобби. Вот. По поводу Демки, сейчас быстренько расскажу по поводу Демида. Сейчас я, да, я вставляю фотографии, которые, их очень много, все не получится вставить, конечно же. Вот, но я поставляю под музыку, посмотрите, что в итоге получилось. И хочу рассказать про Демида. Я буду разбираться, что с моим малым, почему у него аллергическая реакция. Очень много девчонок мне написало в Инстаграм, очень много. Такое количество писем я даже не получала на день рождения, скажу честно. На день рождения было, ну, очень много. А тут прям... Вы такие умнички, я реально понимаю, что вы все сопереживаете, потому что у вас тоже дети, и, ну, вообще, вы большие молодцы, я не ожидала, вот честно, вообще не ожидала. И в каждом сообщении есть дельный совет. Мне посоветовали иморшин, ну, правда, не во время рецидива, да, на поджелудочную, если. Мне посоветовали сдать анализы определенные, советовали врачей, советовали, в общем, много чего советовали, все это я записала, спасибо вам огромное, я действительно буду сейчас заниматься малым, потому что, ну, это не дело,
все время сидеть на диетах. Понятно, что он будет сидеть на диете, но ограничивать ребенка и думать о том, что ну, у него аллергия, поэтому так. Нет, я хочу понять, почему эта аллергия вылезла. Потому что до этого как бы, ну, его сыпало от атопического дерматита, а тут прям ну, конкретно посыпало. Поэтому мне, как маме, это очень не нравится. Мы с Дашей приехали в Планету Кино на фильм «Черная пантера». Вот, будем смотреть, это фильм Марвела. И я в туалет не хочу, я тебя тут подожду. Вырежи это, вырежи! Вот. Только что пофоткалась. Язва. Даша язва. И мы, получается, посмотрим фильм, я вам потом расскажу свои впечатления. И я когда-то смотрела фильм, вот буквально недавно, в предыдущем, по-моему, влоге, такой чувак сзади, не очень. 50 оттенков свободы. Пообещала вам рассказать, как мне. Написала пост в Инстаграм и подумала, что как будто бы я уже рассказала. То есть представьте, когда пишешь в Инстаграм, кажется, что ну, ты вроде бы и в Ютуб рассказала. А мне девочка написала, говорит, Ань, ты про фильм ничего не рассказала. Поэтому рассказываю в этом влоге. Он еще идет в кинотеатрах, поэтому фильм «Сказка про Золушку». Я смотрела его два раза. Один раз на предпоказе, второй раз пошла с подружками. И хочу сказать, что я получила колоссальное удовольствие от картинки, от видов, от автомобилей, от любви, от отношений, от прикосновений. В общем, фильм реально кайфовый. Да, на самом деле никакой сюжетной такой линии прям захватывающей нет. Но этот фильм и эта трилогия, она и не... Ну, она любви. Вот, поэтому я советую пойти посмотреть 50 оттенков свободы. А про «Черную пантеру» я вам расскажу чуть попозже. И в Инстаграм меня спрашивали по поводу моего лука, по поводу джинс. Я сейчас в бодике, в джинсах и в Никиных. Вы видели в предыдущем влоге, ей папа купил ботиночки. Вот я и ходила. Они на меня слегка велики, потому что 39-й, у меня 38-й. Бодик это с фотосессией, а джинсы эти я переделала. Это были мамины, они были широкие, я отнесла в ателье за 300 гривен. Мне сделали офигительные джинсы, которые смотрятся просто, ну, сказка. Поэтому на канале «Жизнь мамы, которая девушка» там есть видео, я там рассказываю о покупках. Идем. Я там рассказываю о покупках одежды, и при этом я там рассказываю тайны и секреты, как я из старых вещей делаю новые. Все. Нет! Ага, не хочешь показываться? Да, я вечно ракурсы такие смешные. Я вечно, знаешь, лак между ног на всех фотографиях. Да? Есть. Зато профессионально, да. Вечно так лак между ног. Девочки, сегодня 14 февраля. Всех поздравляю с этим замечательным праздником, который все мы, девочки, любим, обожаем. Вот, желаю вам любви, счастья. Вообще, любви желаю взаимно. Это очень важно. А я нахожусь в бьюти Moulin Rouge. Тут вот там, вот видите, за дверью, там цветы продают. Там есть девочка Саша. Она 5 лет назад как открыла такую студию, где она занимается не только цветами, но и праздниками. То есть делает для людей праздники. Вот. А здесь, где я нахожусь, вот за мной мне сладкое нельзя. Несите полусладкое. Вот я пытаюсь убрать телефон, чтобы было написано. Видно вам. Вот. Очень креативненько. А это бьюти-студия. МР называется. Находится на Гончара 24. И вот девочки у меня, это Олечка, я оставлю внизу ссылочку на нее на Инстаграм. Она сейчас будет делать из меня красивую даму ближе к вечеру, чтобы я была вся. Но я еще не могу понять, в чем я буду, что я одену. Вот, но я думаю, что может быть это будет платье в горох. У меня их два, но они такие прям девочки-девочки. А мне хочется не совсем девочку, мне хочется что-то такое прям секси. Но такого платья секси или какого-то стильного у меня нету. А тут только что была девочка в платье с новой коллекции Zara, такое длинное, красивое.
я очень захотела такое платье. Я не успела его заснять, чтобы вам показать, но я все равно не успею заехать в Зару по времени, потому что вечером я еду на... Меня пригласил ресторан Ману. У них будет какой-то там концерт, и они будут угощать всякими вкусняшками. Вот я еду туда и готовлюсь. Вот. Напишите мне в комментарии, как вы отмечаете День влюбленных, что вам подарили, и вообще хвастаетесь. Девочки, вот Яна, про которую я вам рассказывала. Такое лицо на всю камеру. Смотрите, какую красивую бровь она мне сделала. Я смеюсь и говорю, я хочу такие брови. Каждое утро, вот я проснулась, такая красивая. Вот как сделать такие брови? 20 минут своей жизни каждый день с утра. Или делаешь коррекцию бровей. Каким образом? Закрашиванием. Ну, то есть просто прокрашивать. Да. А чем? Какой? Краской. Какой? Только не хной. Краской... Как она там? Есть Элана, есть Диана. Какие? Шварцкоп, которая... Егора. Вот я Эланом прокрашивала. Ну, как бы. Сама? Нет, я делала у Янины тоже там девочка бровист. Ну, но она обычно долго держится его. Да, долго. Да. Ну, главное не тереть. Скажи, что тебе лень просто делать ее вовремя коррекцию. Мне лень, признаюсь честно. Я хочу такие брови всегда. Сейчас вам покажу результат. Нет, как она сказала, мне не лень, когда. Что ты не спишь, я говорю, ты сказала, что ты уставшая, я говорю, у тебя двое детей, это все объясняет. То же самое, брови не сделать вовремя, у нее двое детей, это все объясняет. В общем, у меня есть пожизненная отмазка. У меня двое детей. Я вообще не понимаю, как ты вообще успеваешь хоть что-то снимать. Я просто все делала то, что я просто снимаю и не сплю. Мне еще понравилось, когда твоя дочь сломала руку, а ты видео снимаешь. У меня первая мысль такая... Мамка дает. Так самое интересное, мне многие писали, у тебя ребенок сломал руку, а ты видео снимаешь. Я говорю, блин, ну так такое бывает же крайне редко, как такое не снимать? Она-то потом сама скажет, мам, спасибо, что ты это снимала. Да. Поэтому, ну так, я же мама-блогер. Девочки, как вам эффект? Когда я научусь так краситься самостоятельно, тут прям рука мастера боится. Смотрите, что Яна со мной сделала. Кстати, это я. Яна есть канал на YouTube. Я оставлю внизу под видео. Ссылка. Заговариваюсь. Смотрите внизу под видео. Да. Болезнь блогеров. Профессиональный визажист. Вот хотите посмотреть, как красиво и правильно красится, вот все go на канал к Яночке. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Тоже полезный блогер. Нажимайте колокольчик обязательно, тогда будет приходить оповещение. Это мне дочь говорит. Я говорю, какой колокольчик? Она, мама, ты что, не знаешь? Колокольчик, это чтобы приходили оповещения. Я думаю, да, мама блогер, конечно. Смотрите, какой красивый. Давай, посмотрим. Юля. Наряд у меня будет другой, но судя по макияжу, что-то мне нравится и в этом. Да, кстати, свитер очень даже выглядит. Да, поэтому как-то так думаю. Как, немножечко там капелька секса. Секса. Вот, я прям очень довольна. Себя я не узнаю, но я себе вот такая вот нравлюсь. И теперь... Яночка, научи меня так краситься. Иди на канал и научись. Да, иди на мой YouTube канал. Точно. Вот, и Олечке спасибо. В общем, девочки сделали из меня красотку. Королеву, я бы сказала. Вот. Спасибо тебе, Юлечка. Спасибо. Ты всегда успеешь. Песня очень классная. Хочу вам к свету поближе, чтобы вы увидели вообще вот как... Ой, блин. Ой, мне очень больно. И зато я себе постоянно этой тумбой. У меня, кстати, та же проблема. Смотрите, сколько тут оттенков. Я хочу научиться делать так же и буду на своем канале тренироваться и показывать вам однозначно. Очень ярко, очень стильно, очень красиво вообще. Конечно, не передает, как есть на самом деле, вот камера, но в жизни очень-очень-очень кайфово. Мне нравится вот этот свитер, этот макияж. Я вам, по-моему, уже говорила, да? Где это? Гончаран 24. Где вы пробуете? Я выбираю. И коктейль.
Кокос. Хотите попробовать? Да, очень я люблю кокос. Напоминает Рафаэлка. Сейчас, секундочку, вам. Вот такой конкретно, он очень сладкий. Да, смотрите, мы его готовим как? Мы берем кокосовую стружку уже в заготовке и добавляем туда кокосовое молоко. Один так, 100 на 100, например. Все это хорошо вымешивается и получается вот такой вот насыщенный кокосовый продукт. В принципе, мне он очень сильно напоминает Рафаэлло. Ну, очень сладкое, да. Очень сладкое. Вы не любите сладкое? Ну, когда такое сильно приторное, нет. Вот сделать немного покислее, да? Если его разбавить, да, чтобы была кислинка вообще. Окей, давай еще чуть-чуть разбавим. А вот хорошо, когда коктейль можно регулировать. Коктейль. Мы же в Перу. Точно. Кстати, это ресторан перуанской кухни. Я потом скажу, сделаю, покажу, очень красиво. Он находится на Красноармейской, большая Васильковская, 94, там, где раньше был кухня. Очень плотная из-за своей структуры кокосовая наша получилась. Паста, и нам нужно ее процедить, и здесь еще остались частички льда, чтобы не попадалось и было приятно пить. Это мастер-класс. Да. Сейчас попробуйте, будете дома готовить. Да. Скоро лето, весна. Точно. Вот. Хотелось бы таких вкусов. Дальше мы это все добавляем минеральной воды. Кислинку что даст? Кислинку даст вайм. Видите, какая реакция происходит? Смотрите, какие стакан. Так, и по чуть-чуть начинаем украшать. Это чипсы ананаса. Это черная вишня амарена в собственном соку. Это вишня? Это вишня черненькая, да. Это что? Это сахарная пудра. Пожалуйста. Спасибо большое.